В Айгосском районе Восточного Казахстана открыли кирпичный завод. Объект входит в республиканскую карту индустриализации. Его строительство обошлось в 304 миллиона тенге. Мощность предприятия составляет 10 миллионов кирпичей в год. Завод только начал работать, а строители уже стоят в очереди за его продукцией. На данный момент заявки получены из Астаны, Усть-Каменогорска и Семея. Сейчас здесь трудится 50 человек, все они местные жители. Завод построен в рамках казахстанско-китайского сотрудничества. Кроме того, в районе в ближайшее время введут в строй еще несколько проектов карты индустриализации. В целом, из 61 проекта, который реализуется по карте индустриализации у нас в области, 7 проектов приходится на Айгосский район. Из 7 проектов 3 проекта мы вводим в этом году с общей стоимостью 1 700 000. 255 мест будет создано новых рабочих мест.